Доброй ночи, Страж. Меня зовут Джонни Лейни, и это еженедельный экспресс-обзор статьи на этой неделе в Банжи от 8 августа 2019 года. Давайте взглянем, с какими новостями вышел блог сегодня. Destiny 2 переезжает в Steam. В связи с этим у многих вопросы, как перенести, что нажимать и куда качать. Также в этом месяце уже появится кросс-сейв, к нему тоже множество аналогичных вопросов. Банжи делятся ссылками для каждой из этих функций. Особые страницы, на которых вы сможете отслеживать появление информации по интересующим вас вопросам. Так что подписывайтесь на рассылку и не пропустите самое главное. Кроме этого, разрабы поделились кратким списком последовательности релизов и мероприятий, на которых они будут открывать нам новые детали грядущих обновлений и изменений в игре. Во-первых, в начале следующей недели сам Люк Смит напишет большой текст на 4 с лишним тысячи слов, в котором расскажет, что творилось в студии в последние 6 месяцев. Во-вторых, нам расскажут больше о кастомизации брони и новых модах. Затем на выставке Gamescom Bungie привезут больше новой информации об Обители Теней. Следующим пунктом значится запуск кроссейва в самое ближайшее время. Ответят на вопрос, как изменится система сезонов в третьем году Destiny 2, наконец-то расскажут и о PvP изменениях в Обители Теней, а на выставке PAX уделят PvP еще больше внимания и походу даже дадут поиграть. Все это очень важные и интересные пункты, но без конкретных дат. Зато есть одна точная – 14 августа. На всех стрим-площадках YouTube, Twitch и Mixer разработчики выйдут в эфир и расскажут и покажут новую систему модов на броне, ту самую Armor 2.0. Обязательно к просмотру, ну а на канале Triple Vibe точно будет выжимка самого важного со стрима, так что не забудьте подписаться, нас, кстати, 70 тысяч, спасибо, и тогда не пропустите все эти новости. Ну и еще одна деталь. Европейская воздушная зона. Новая локация солнцестояния героев. Классное местечко, с ним уже есть вот открыточки. Однако задание на одном из фрагментов брони убить 100 мини-боссов в этой локации многих выбесило, несмотря на существующий чиз. Банжи знают и слышат, а потому со следующей недели этап будет требовать для завершения только 50 убийств мини-боссов. Ну а писал для нас эту статью старина Дидж, так что никаких шуток про хлеб. Счастливо!